40-летний юбилей отмечает 10-я средняя школа имени Надежды Крупской. В честь этой даты в областном центре творчества детей и юношества прошел большой концерт. Лучших педагогов наградили почетными грамотами, а выпускники подготовили к празднику музыкальные номера. Денис Сивков расскажет подробнее. Замечаем, как вы хороши, девчонки. Вот так начинается школьная пора. Сначала первый звонок, потом прощание с начальным звеном, старшие классы и выпускной. Сейчас на сцену выходят 11-классники. Эта музыкальная постановка показывает весь путь, который проходят ученики. В этом зале есть те, кто недавно окончил школу, и те, кто уже водит сюда своих внуков. На юбилей пришли более 500 человек. 2016 год юбилейный для всей нашей республики. 25-летие независимости отмечает вся наша страна. И очень символично, что в этот год и наша 10-я школа празднует свой юбилей. В 2001 году школа вошла в 100 лучших школ республики. В 2010 году она вошла в 10 лучших школ области нашей республики. За 40 лет своего существования школа выпустила 62 медалиста. Лучших педагогов и работников школы отмечают почетными грамотами. В их числе Татьяна Соловьева. Учителем математики она работает больше 20 лет. Я пришла в эту школу, в школу номер 10, в 1992 году при Лидии Федоровне Доровских, директоре, и сразу же меня направили в 6 И. То есть у нас было на параллели 6 классов 10 классов. Было очень много учащихся, более 2000. Ну а сейчас уже вот наша школа расцвела. Много выпускников у нас, очень хороших, замечательных спортсменов. В концертной программе песни, танцы, музыкальные композиции. Сейчас на сцене выпускник школы Ильдар Сисанбаев. Он исполняет песню «Туванжер». Сорокалетний юбилей школы – большой праздник для всех ее выпускников, работников и сегодняшних учеников. У меня школа красивая, умная. Я там очень хорошо учусь. У меня школа только учит доброму и хорошим словам. У нас хорошие учителя. Я их очень люблю. Я учусь на уровне пятерки. Мне нравится школа. Денис Сивков, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК.